такой вопрос прозвучал. Почему плохое отношение к политическим, к узникам совести? Я, честно говоря, не понял, потому что с кем я общался, всегда было хорошее отношение к политическим. И даже с Фаридом, сколько говорили на эту тему, всегда он нормально к ним относился и к их деятельности. Они очень много помогают в этом плане, размораживать зоны, регионы. Я не знаю, откуда берется такое. Может быть, конечно, менты, где у их власть, и там их ставленники могут давать указания, что хочешь. Но это должны понимать, что это указание идет не от людей. Я даже знаю, как-то было, проскочило вот этот наш этот Дима Галей был, когда за границей, якобы он там ставил кого-то ответственным за отношения к политическим. И этого, кого он ставил, прессовали менты, в одиночку закрывали. И, было последствия очень плохие, потому что это отслеживают власти все. Знаю, я когда привозили на горки, там, знаю, был один политический, но у меня не было возможности с ним общаться. Нас специально развозили, а он на прогулку идет отдельно, и с ним поговорить не было возможности. И тем более в камере. За этим следили. А так, у нас всегда было нормальное отношение к этим, какая разница. Только что вот была такая херня, как садили одного, он там объявил, что ему похуй там, какие там массы, петухи, не петухи, он со всеми якобы будет нормально. Его надело. Факт того, что он пришел в горки, там эти смотрящие начали против него раздувать, что он петух там такой-сякой. Это же горки, там все делается под ведомом кумовьев. И все. Там, я знаю, этот Мозовский лист сидел, и он там специально, что кумовья ему скажут, то он и делал. Это был такая порода людей, но это не значит, что у других было такое же мнение, отношение. Хотя там в горках посапали в две дырки. И, просто не было возможности открыто общаться. И поэтому не ясно. По этим моментам нельзя судить, потому что кумуя специально дают своим агентам установку против политических. Они боятся ответственности. И все начинают подгавкивать. Это не люди, а нечисть всякая. Поэтому люди всегда относились к ним нормально.